Джонни Блэкстоун, недовольный работой Amazing TV, напал на журналистов, при этом забрав фотокамеру с важными данными и угнал страйдер прессы. Мы сразу же отправили всем жителям острова сообщение об инциденте с просьбой откликнуться за крупное вознаграждение. Будешь знать, как снимать свои репортажи, проклятые. Короче, мне долю занесешь за выпуск Саня Рофлет? 35%. Потому что я знаю, сколько ты получил с этого выпуска. Тогда верну ей твои фотики, твою технику, а пока что иди нахер, блин. Все, пока. И тебе пока. Так, это кто, кстати? Деньги мои верните! Бабки возвращайте, сволочи! Слышишь, на тебе, пендаля. Вот тебе в вашем выпуске, блин. Желтая пресса. Все, поехали отсюда. Блин, вы прикиньте, что они сделали. Короче, за меня какая-то награда. Охренеть. Я думал, они в полицию напишут, он стоял, сволочи. Но ничего. Я эту штуку просто так не верну, короче. В любом случае, сейчас у меня вот такая штука есть. Так что поехали. Прокатимся. Даже на самом деле интересно, кто-нибудь вообще на это отреагирует, на их сообщение. Но в любом случае это интереснее, чем просто позвонить в полицию или каким-нибудь миротворцам. Так. Куда же поехать-то? Сейчас подумаем. Короче, не похоже, чтобы это было... Опа! Ага, все-таки кому-то интересно. Так, а где это, я не понял. Ага, вот они. Просто тут уже катаюсь какое-то время по городу, решил ради прикола заехать посмотреть, вообще как будто было. Ну, получил сообщение, ну, видимо, вот уже кто-то заинтересовался предложением от прессы. Правда, я не знаю, он там написал, типа, нужен живой или мертвый, вот это я не помню. Так. Не знаю, что он мне сделает, но эта штука, насколько я знаю, достаточно крепкая и умеет плавать. Так, еще какая-то машина подтянулась. Не, слушайте, давайте соберем просто фулл хаус, покатаемся по ковале, чтобы прямо толпень. Страйдер был замечен у склада правительств. Откуда ты знаешь, где я был замечен-то, блин? Какого черта? Как они за мной следят, я не понимаю. Стоять. Так. А вот это уже не здорово. Блин. Что делать? Попробую, короче, не знаю, в сторону рудников уехать. Может там получится как-то немного оторваться от этой машины. Но одна машина это неинтересно, на самом деле. Я хочу попробовать все-таки собрать орду доброжелателей, которые захотят меня поймать. Если это, конечно, возможно. Посмотрим. Вот, поехали на шахту, заедем. Так. Эй! Люди, помогите. Ой, черт. А, меня ж не слышно в этой штуке, точно у нее же звукоизоляция. Вон, наконец-то начали стрелять. Экшен. Синдром полиции, вот они обычно тоже стреляют. Но, правда, они быстрее стреляют, там, в предыдущем выпуске, я думаю, вы видели. А тут они еще думают, ну, нормально. Так. Не, если без подрезаний выбить колеса... Сколько там? Магазина 2, наверное, нужно, 7,62. Так, я еще раз заеду. Бедные шахтеры не понимают, что происходит, наверное. В этом год замочили уже. Помогите, блядь! Я не хотел этого делать. Страйдер был замечен у горнорудного кари... Короче, кто-то сидит в тачке и сливает инфу явно из этой. Может, это даже пресса в какой-то из этих машин. Пресса наняла наемников, я понял. Чисто желтая пресса. Так. Ладно, погнали еще раз к ковалу. Че там без... А, понятно. Ну, я тут ни при чем. У меня погоня. Так. Ай! Тут кругами катаюсь возле этой шахты. Давай, давай, тяни, блин. Короче, в горку эта штука не едет, это плохая была идея. Короче, я понял тактику. Надо маневрировать.
вокруг всяких вот таких камней, чтобы у них не было времени. Но они, короче, выходят из тачки и начинают по прямой тупо зажимать. То есть надо реально маневрировать, чтобы у них было меньше возможностей, ну, попасть по мне. То есть всякие прямые позиции — это, короче, лажа. А идеальное место для этого что? Конечно же, долбанная ковала. Потому что там везде углы и здания. Так, РПГ у них вряд ли с собой есть. А так они мне ничего не сделают. Блин, прямая дорога — это плохо. Сейчас подальше попробуем отъехать, там где дома начинаются. Я не понимаю, они с окна как-то херачат. Так. Да, они с окна фигачат, нифига себе. Нормально. Давай, тяни колесо, выбили, гады. Так. Короче, моя идея немного, конечно, не сработала. Но все-таки, мне кажется, мы продержались немного дольше по времени. Если бы мы тупо в поле стали, ничего себе, там еще по кому-то зажимают. Они, походу, между собой уже начали грызться, смотрите, блин. Пошла жара, еще полиция там подключалась, проезжала две патрульки. Так, что делать? Страйдер проехал. Универмаг. Так. Короче, я не знаю, что делать, но с одним колесом, блин, надо где-то подчиниться. Не, мне пипец, надо бежать. Нет! Так. Пока! Отстань! Кого ты там уебешь? Я уже свалил. Да. Да. Окей. Давай. Иду. Че? Пока. Блин. Нормально, это между собой стали. О, кто-то страйдер спер. Нормально, теперь на меня не будут думать. Все, у меня есть алиби, что это был не я. Да, что-то они между собой там перестрелялись. Поехали? Куда поехали? Ну, поехали. Давай. Здрасте. Ни в коем случае. Что? В каком случае? Очень интересно. Куда мы едем, блин? Сейчас взорвусь нахрен. О, кстати, вот. Ёп! Чего, блядь? Ничего себе. Это ПД? Да, Фирт. Да, вот они. Слушай, куда ты вылез? Даже убьют. Дурак. Блин. What the fuck? Эй. Так нечестно. Так, отлично. Hello. Так. Петарда осталась, нормально. Бутылку надо, все хорошо. А чё? Опа. Тачка эта осталась. Да. Короче, поедем дальше. Нифига себе там. Нормально. Короче, угнали эту тачку. Ну, не угнали. Позаимствовали у чувака, который меня тогда подвозил. Не знаю, куда он делся. Походу, в тюрьму везли. Но что-то от меня не отстали. Походу, пресса продолжает сливать инфу, где я нахожусь. Не знаю, почему-то на меня охота началась опять. Возобновилась. Три какие-то машины тут катались кругами. Вот, короче, приехали на шахту. Какие-то бир, блин. Походу, это... Ёпта, опять стреляют! Ну чё все стреляют? Чё сделал-то, блин? Подумаешь, тачку сбёр. Нет! Блин, какое же неуправляемое Г. Нет! Чёрт. Он в БМВ. Короче, все сливают. Фу, так нечестно, блин. Еще и пристрелили. Блин, да-да. Да-да, не убили. Стреляйте еще. Еще стреляйте. С РПГ давайте еще. Да, ржака. О, нормально все. Везите, ребята. Мужик, есть попить? В меня всадили 200 патронов. Я не знаю, как я еще жив. Ну ладно, окей. Сади в свою машину. Вот сюда садись. Вот сюда. Окей. Так, че, блин. Меня сейчас на этот 7-й канал повезут, я так понимаю. Поехали.
Видеокамера эй. Ваша при нем. Эй! Стукнуть, это вам за ваши выпуски. Машину угнал. В смысле, отстань. Эй! Туда его. Отстаньте! Садите его, ребят. В желтая пресса. Так вам и надо. Машину тоже привезли. Хорошо. Какую машину? Это что, у тебя осталось там, что ли? Ай! А там у него при нем был фотоаппарат? Не было там. Ничего там нету, все. Никаких репортажей, никаких данных. Так, это кто такой? Козлы. После долгой погони сотрудники БИР задержали вора и доставили его в студию Amazing TV. То, что не осталось, блин. Ну все, глаз. Пошли нахер, блин. Да поёпывались. Ну, в общем, как-то так, дамы и господа, получилась такая вот внезапная, так скажем, не знаю, охота за реквизитом прессы. Ну, в общем, получилось довольно-таки угарно, на самом деле. Вот, правда, все, блин, какие-то озлобленные вовсю стреляют на поражение. Ну, в общем, как обычно, я уже не знаю, это, наверное, норма. Что ж, ладно, спасибо, что посмотрели, пишите ваше мнение, комментарии. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.